Писатель и исследователь Елена Лаврентьева только что выпустила в издательстве «Этерна» новую книгу. Это стихи и натюрморты «Безделицы и безделюшки». В этом же издательстве вышла и большая серия книг «Мемуар де ла мод». И я руковожу ею уже очень много лет. Если вы любите изящное, красивое и модное, следите за этими книгами. И поздравляем все вместе Елену Лаврентьеву с этим прекрасным выпуском.